Ансамбль «Провинциальные танцы» отправился в Олимпийский Сочи за неделю до открытия главных зимних игр. 5 февраля был первый концерт на Красной Поляне в «Роза Хутор». 6 числа коллектив блистал на центральной площадке Сочи. Димитровградцы выступали и в день церемонии открытия. 7-го у нас было два концерта в Америтинке. Первый концерт мы там, три танца танцевали. «Провинциальные танцы» увидели в Дагомысе, пригороде Сочи. Мы были представителями города Димитровграда, Сача, на этих Олимпийских играх. И вы молодцы, вы с достоинством его представили, наш город, за что вам огромное спасибо. Наши ребята привлекли внимание гостей Олимпиады не только своим творчеством, но и яркой формой, которую, кстати, подарили спонсоры прямо перед поездкой. Более того, димитровградцев часто принимали за спортсменов и болельщики, и зарубежные журналисты. Все хотели с нами фотографироваться, давайте с нами, потому что они думали, что мы... На самом деле спортсмены, и у них было огорчение, когда они спрашивали, по какому виду спорта. Мы говорим, мы танцуем здесь. В итоге танцоров пригласили на фестиваль в Сочи. Глава города на встрече пообещал помочь в организации этой поездки. Юлия Лаптева, Эмиль Хуснутдинов, новости Димитровграда.